А сейчас к экономике. В округе подвели итоги уходящего года в сфере предпринимательства малого и среднего бизнеса. Встреча прошла в лофт-пространстве «Кулибин». Бизнес на территории нашего муниципалитета развивается. Да, не просто, но бизнес, он всегда это достаточно рисковая история. Мы стараемся быть ближе к вам, для того, чтобы вам удобнее и комфортнее было работать на территории муниципалитета. В ходе встречи предприниматели обсудили перспективы развития в будущем году. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, бизнес быстро адаптировался к новым условиям. Планы на 2023 – не снижать темпы и двигаться вперед.